Друзья, привет! Я Станислав Лендовер, и сегодня у меня в гостях, не побоюсь этого слова сказать, легендарный человек в мире гиревого спорта Иван Денисов. Вань, здравствуй, дорогой! Здравствуйте! Мы с тобой не виделись уже месяца 4, но наши отношения не просто... Серьезно? Да, мы дружеские отношения, они тянутся уже несколько лет с олимпийской деревни, которая была там несколько лет назад. Вот, и сегодня у нас с вами на моем YouTube-канале, я надеюсь, крайне интересное видео, потому что мы постараемся его сделать интересным. История про то, как мы можем тренироваться, используя гири в домашних условиях и работать ради улучшения вашей мышечной композиции, то есть просто сбалансировать телосложение. Вань, два слова о себе расскажи мне. Расскажи гостям. Многократный чемпион мира. А сколько, не помнишь? Десятикратный чемпион мира по гиревому спорту, абсолютный рекордсмен мира в этом же виде спорта. Ну, наверное, это самое важное. А какие-нибудь такие яркие, прям, ну, такие там, Арнольд Классик, что-то выигрывал? Да, такие турниры у нас тоже проводятся. Арнольд Классик и Австралия, и Соединенные Штаты Америки. Мистер Олимпия у нас есть турнир. То есть мы... Везде выступал? Да. Выигрывал? Конечно. Сколько лет в гирях? Гирями начал заниматься в 2000 году. В 2001 выполнил мастера спорта, в 2002 международного класса. И вот в 2003-м выиграл свой первый чемпионат мира. Начал заниматься в военном училище? Да, начал заниматься в военном училище. К сожалению, в наше время вообще в военном училище заниматься было нечем, кроме бега и гирь. Ага. Поэтому грузный был всегда, бегать не сильно получалось. И поэтому пришлось заниматься гирями. Ну как пришлось? На самом деле попробовал, стало получаться. Но всегда же, когда получается, азарт какой-то приходит. И также азарт пришел ко мне, то есть начал потихонечку там что-то делать, двигаться. Первые соревнования на первом курсе, бам, выигрываю просто сходу, просто длинный цикл. И завело. Ты считаешь, что у тебя есть какая-то предрасположенность такая, какая-то генетическая, функциональная, или это, в общем, ну, в отличие от бодибилдинга, я имею в виду там, где генетическая одаренность, как уложены мышцы, как они реагируют на нагрузку, на фармакологию, в конце концов, как... Диета на тебя работает, даже толщина кожи влияет на уровни там суперэлиты. Uh-huh. А, здесь нужна какая-то особенная предрасположенность? Тут нужна пуля в голове прежде всего. Итак, первое, с чего начнем, жим, гирь. Жим вверх. То есть, да, работаем комплексно, получается, на дельтовидные трицепсы. Uh-huh. Лучше выполнять двумя гирями. То есть это симметрично для тела, выполняем его с груди, то есть отсюда, и вот отсюда выжимаем. То есть, раз. До прямых рук. Отлично. Теперь работаем на комплекс тяги. То есть тяга двух гирь в наклоне. Обычный клад. Ну то, что мы делаем, стандартная тяга. Стандартная тяга, ничего особенного. Ага. Знакомое упражнение. Ровненько. Так. Также выпрямляемся и дотягиваем. То есть здесь у нас работает широчайшая мышца спины. Включаются задние дельты и включается сгибатель руки. Превосходное упражнение, то есть точно так же с двумя гирями мы можем его сделать. Следующее проработали. Надо проработать грудные. Самое простое — это действительно отжиматься на гирях. То есть гири можно поставить по-разному. Их можно поставить шире, их можно поставить уже. Руки, позицию рук можно менять. Можно поставить на дужки. Руки можно поставить на шары, то есть точно так же, казалось бы, но будет несколько удобнее. Можно менять что-то, переставлять, там обманывать себя, отжался, там поставил. Очень много вариантов сегодня делают. И в целом речь об отжиманиях, то есть. В целом речь об отжиманиях, да, но за счет смены какой-то смены углов вам будет интересно работать, и в то же время вы будете прорабатывать разные участки. Разные регионы. Ага. Ну давайте попробуем. Сейчас. Так. Мне на самом деле больше нравится отжимание, когда руки стоят на теле. Потому что чувствуешь, да, что где-то рука начинает дрожать. И это самое и хорошо, и опасно. Хорошо, потому что у нас работают стабилизаторы кисти, опасно, потому что можно упасть. Вероятность травмы. То есть вероятность травмы опять же будет. Вот в этом случае очень удобно. И мы работаем. Вот это классическое отжимание, да? Вот мы работаем на всю грудную мышцу. Работает дельта, работает трицепс, работает грудная.
То есть на что переводите акцент, то и будет срабатывать. Но не забывайте, что при отжиманиях работает и кор. Второй вариант — это отжимание на трицепс. То есть мы ставим гири рядом. Вот. И выполняем просто упражнение точно так же, только руки уходят не в стороны, а руки уходят вдоль нас. Вот такой вариант. Простое изменение углов уже будет приводить к хорошему очень результату. Если слишком легко, то помните всегда, друзья, что можно сделать небольшие задержки, можно сделать медленную негативную фазу с задержкой внизу, и это приведет к значительному увеличению интенсивности. Соответственно, будет, не будет просто. Да, кстати, друзья, этот важный момент, на самом деле, его должен, наверное, осознавать любой человек, который занимается в домашних условиях, у которого нет достаточного веса тяготения. Ну, предположим, у вас силы больше, чем возможно, то есть вес вашего снаряда. Ну, что делать? Выполнить движение в более замедленном темпе. Все. За счет этого расход энергии увеличится, мышцы начнут, условно говоря, закисляться, и это закисление заставит рекрутировать те мышцы, которые еще не успели включиться. То есть это утомление приведет к тому, что, как Ваня сказал, повысится интенсивность. И я, кстати говоря, очень активно этим методом пользовался, когда вот нас посадили в первый раз на пандемию. У меня 12,5 килограмм все это вариантов. И я начал выполнять это упражнение в замедленном темпе. Конечно. И на выходе получил ровно то же самое. Так что вес отягощения, конечно, неплохо бы иметь разнообразный, чтобы там при желании. Но если нету, замедляем темп. Все. Вань, гири, гиревой спорт и люди, которые вот за основу берут себе вот именно там дальнейшее, может быть, какую-то эволюцию в этом виде спорта. Можно ли построить сбалансированное телосложение? Вообще, вот у гиревиков насколько телосложение, вот сейчас берем средний срез какой-то, вот люди, не которые из бодибилдинга пришли случайно или осознанно в гиревой спорт. Человек начал заниматься, как ты, в 20 лет. Можно ли сделать сбалансированное усложнение? Бедра, икры, трапециевидные, дельтовидные, ну, все как полагается. Вообще, классическими упражнениями гиревого спорта сделать идеальный баланс невозможно. Невозможно. Потому что, как бы мы ни хотели, они задействуют только часть мышц действительно хорошо. Есть мышцы-стабилизаторы, как, например, руки. Казалось бы, вот гири и руки там мы занимаемся, но руки качать нельзя. И руки на самом деле выполняют просто роль направляющих в гиревом спорте, если выполнять это правильно. Опять же, развитие даже некоторых мышц зачастую оно непропорциональное. Допустим, те же самые бедра. Да, к примеру. Если взять бедро. Во-первых, у гиревиков всегда сильнее нижняя часть разгибателя, верхняя часть отстает, потому что углы сгибания ног не настолько большие. Ноги сильные. Это правда, я замечал. Вот обратите внимание, друзья, на вот колено, вот на размер, вот бедра в этой части. И на мои посмотрите. То есть, да, вот эта часть, то есть, чтобы вы понимали. Шире. Дальше, если посмотреть бицепс бедра работает слабо, откровенно слабо. И нужно дополнительно что-то делать, чтобы бицепсы бедра работали. Ягодичные. Ягодичные работают превосходно. О, как. Потому что идет рывок, идут тяги, все связано с ягодичными мышцами. Но спина работает отлично. Но опять же, работает какая спина отлично? Работают разгибатели. Разгибатели, прямые мышцы спины. Все, что касается широчайших, они будут отставать. Представляете, у вас огромные трапециевидные и нету широчайших. Разве это можно назвать балансом и какой-то симметрией? Руки, плечи. Плечи качать вообще категорически нельзя. То есть всю свою карьеру профессионального гиревика я не качал плечи. То есть это прямо запрещено? То есть ты своим ученикам, которые готовятся к сенсорике? Сенсорика выполнения упражнения теряется, и мы не чувствуем, мы начинаем поднимать гири руками, вместо того, чтобы просто падать под них. О как! То есть это специфическая часть подготовки гиревика. Бицепс через колено. Возможно выполнять движение? Концентрированный подъем? Концентрированный, ну, потому что сгибание с гирями любой человек наверняка. Самое простое — это взять гирю двумя руками. То есть либо в такую позицию, гири разные бывают, либо вот в такую позицию. И точно так же можно поработать на бицепс. На крайняк, если слишком легко, то можно взять вот так. Просто молотком
Здесь можно даже чуть-чуть покрутить. Супинировать, да? Да. Можно чуть покрутить. Если у вас гиря, опять же, не тяжелая. Если тяжелая, то уже не получится. С двумя рук. Тогда уже вы берете гирю двумя руками и поехали работать уже двумя руками. То есть вот эта гиря 12 килограммов, я могу ее поднять спокойно, да, одной рукой. Ну, это 24, а если у вас 32? То есть комбинация весов и типов упражнений, она приведет к тому, что вы прокачаете мышцы. Ага, отлично. Трицепс? Трицепс самый простой способ. Это помимо отжиманий? Да, помимо отжиманий это французский жим. Французский. То есть либо лежа, либо стоя. Выводим гирьку. Мне удобнее держать всего вот в такой позиции. То есть я держу сам шар. Положил и работает. Опять же, если у нас гиря легкая, как сейчас, да, 12 килограммов, то можно выполнять и одной рукой. То есть мы берем гирьку в такую позицию и поехали разгибать ее в верхние точки. То есть абсолютно, то есть задняя дельта. Это наклоняемся и, как и гантелями, отводим руку в сторону. То есть можно с упором, я обычно люблю делать с упором. С упором удобнее, потому да, что ровнее. Спина расслабляется, фокусируемся на том, что мы делаем рукой. И не надо напрягать мышцы прямые спины, это приводит к тому, что комфортней выполнять упражнения. Средняя дельтовидная, вероятнее всего, в этом варианте будет, собственно, да, такое движение от полутяга. Вот я их называю полутяга, полуотведение. С ногами. С ногами все на самом деле проще. Почему? Потому что гирьки это всегда ноги. Мы всегда их толкаем ногами. И самые простые упражнения это, конечно, приседания. То есть гиря на груди, сели, встали. А, вот прямо вот локоточками уперся? Да, локоточками желательно упираться, хотя бы в верхней точке, чтобы плечи расслаблялись. Но если мы хотим и добавить нагрузки на плечи, то мы не отводим локти и просто делаем присед. Ну, я так предполагаю, что две гири позволяют нам выполнять различные варианты выпадов. Вперед-назад, ходьбой. Выпадов. Что мы еще не проработали? Мы не проработали заднюю часть нашего тела. То есть прямые мышцы спины и бицепсы бедра, но также икроножные. На икроножные все точно так же. Мы подъем на носки. Встаем на возвышенность, берем в руки гирю и поднимаемся на носки. Если вам слишком легко, то делаем это на одной ноге. Желательно держав. Вань, скажи, пожалуйста, как и какие спортивные вообще показатели у гиревиков? Я просто вспоминаю историю, когда я занимался в одном зале с твоим близким другом и коллегой, тоже многократным чемпионом. Сергеем Рачинским, как-то я выпендрился. Ну, было такое, дело молодое, мне было всего лет 40, 40 с небольшим, да, можно было еще выпендриваться. Вот. И я такой весь из себя красивый поставил, ну, честно, ну, я был заряжен, что ж там говорить-то. Я тогда готовился к соревнованиям. Вот. И такой громко на весь зал. Сейчас буду приседать 100 на 100. И мне такие подходят люди, такие, 100 на 100, и все. И я такой был уверен, сейчас ты скажешь, 100 на 100, да ты что? Мало того, что я за один раз 100 на 100 не присяду. То есть у меня было первый раз 60, второй раз 40. Ага. Я такой, знаешь, дерзкий. А кто больше тут присядет? Мне показывает пальцем. Говорит, вон. Я говорю, что вон? Я говорю, он весит там 80 килограмм, ноги-то у него плюс-минус там. Ну, вообще-то, говорит, у него результат там 100 килограмм, приседание там за 200 повторений. Я говорю, сколько? 212. Ладно, уникальные люди, убираем. То есть твои собственные результаты, Ваня. Ну, я приседал, я как-то пробовал, ну, узнал про Сергея, что он такими вещами развлекался. Я попробовал, я 105 присел на 120 в одном подходе. Пробовал там что-то, по-моему, 80, я присел на 150. То есть для нас это вообще как бы многоповторная работа, это очень знакомая работа. Но приседаете вы хотя бы до параллели? Да, до параллели. То есть все красиво? Да. То есть все, то есть то, чтобы... Нет смысла обманывать себя, как это многие делают, приседая, делая... То есть для гиревика присесть сотню на 100, это как бы, ну, так себе, в общем, ничего сверхъестественного. Ну, в принципе, да. У нас был такой товарищ, почему был, потому что рак скрутился, да. Он приседал 130 раз 100 килограммами за 5 минут.
То есть он приседал так, как будто у него на штанге на спине вообще не было. Мы просто представили это с Сергеем. Он когда нам говорит, а 130 вот я присел за 5 минут, это нормально? Мы с Сергеем так переглянулись, говорю, в смысле? Он такой, ну, как-то... Это, говорит, нормальный результат? Нормальный. Сергей так отвернулся, просто говорит, не, пойдем отсюда. Самая главная мышца – это мышца спины. Что можно делать? Конечно, можно делать и динамические упражнения, то есть такие баллистические, типа тяг и забросов. Кстати, сейчас очень модное это упражнение. В чем его соль? Потому что очень многие выполняют огромное количество вот этих движений, рассказывая о том, что они крайне энергозатратны. Если честно, рассказать про то, как его делать, это надо делать минут на 30. Это очень сложное упражнение, его можно сделать... Но я вот выделяю 7 главных способов выполнения этого упражнения. Именно просто двумя руками, одна гиря, ничего особенного. 7 способов, из которых один опасный и 6 в зависимости от того, что вы хотите. О как. Самое главное понять, во-первых, нельзя спиной дергать тазом вот так резко вперед, потому что это опасно для поясницы. Желательно выполнять его мягко, то есть гиря должна идти мягко. Это очень важно. Второй момент. Чем ниже вы наклоняетесь, тем больше нагрузка на спину. Наклоняетесь чуть-чуть, нагрузка на спину минимальная. Это кардио. Выполняете глубоко, нагрузка на спину максимальная. Соответственно, и мышцы начинают включаться. И даже с легкой гирей можно умотать мышцы спины очень легко. О, показывай. Итак, первый вариант – это высокий. То есть вот мы прокачиваем ее. Прокачали и выдернули. Раз, раз, ножками подрываем. То здесь работает и ноги, и спина. Спина работает как стабилизатор, а ноги работают как основная рабочая группа. Здесь прокачиваются и ягодичные, и чуть-чуть задевает бицепс бедра, но основа это ноги и спина. Первый вариант. Второй вариант выполняем точно так же, но практически касаемся пола. Гири. То есть надо наклониться так, чтобы гиря практически скользнула вам по полу. Ага. Попробуй. Поехали. И можно почувствовать, что нагрузка совершенно другая. Слушай, я что-то уже умотался. Неожиданно, слушай, у меня трапеция включается. Ух ты. Да, здесь можно включить и трапецию. Ух ты. Прямо. Чем вы ниже делаете упражнение, тем больше нагрузки вы получаете. Хотите сделать много, делайте его выше. Хотите сделать качественно с маленькой гирькой, делайте его глубже. Вань, тогда еще один вопрос. Ну так, я надеюсь, что в этом смысле он как бы не поставит тебя в тупик. Mm-hmm. Вань, что с фармакологией? Вообще в гиревом спорте используется? Доп-контроль есть, дисквалифицируют спортсмены? Смотрите, как бы, конечно, есть, как и во всех видах спорта, потому что сегодня даже мастера спорта международного класса без этого не получить, без прохождения доп-контроля. Угу. Ни рекорды не регистрируются, ни международники не присваиваются. И доп-контроль я проходил очень много раз. Вообще, как бы, фармакологию используют. Есть люди, которых и ловили на допинге. Но я не ставлю этого во главу угла. Вань. И уверен, что даже без каких-то фармакологических средств человек может работать. Ну, я вот говорю про запрещенные, потому что без вот каких-то БАДов, угу, без спортпита, ну, это дилетантство. Ну, я тоже самое говорю. Вань, ну тогда вопрос прямо в лоб. Ты лично, ну, ты еще выступаешь, скажи мне? Я выступаю, но только для себя. То есть, если ты сейчас сказал бы, скажешь вслух, да я весь всегда, то тебя никто не дисквалифицирует. Тогда вопрос. Ты использовал фармакологию? Тебе почти 38 лет. Вот в подготовке к соревнованиям я могу уверенностью сказать никогда. Это был какой-то осознанный как бы отказ, потому что ты же понимал, что, это наверное... Два момента. Да, мне просто интересна логика. А логика заключалась в том, что я когда начал, я совсем ничего не ел. То есть я даже витамины ел, и то так думал, такой, это, наверное, запрещено. Но это нечестно. Я считал про то, что это нечестно. Ага. А протеин там какой-то, там для меня там это было что-то сверхкосмическое. Как и для многих, я уверен. В те годы. 100%. Особенно. И в те годы, и сейчас многие там протеин, да это химия. Ну,
люди не о том думают совсем. Протеин чище, чем детское питание, если уж и про то говорить. Но тогда я думал, что это просто космос. Потом появился доп-контроль, появилась строгость. Меня брали всегда. То есть я показывал очень высокие результаты, меня всегда проверяли. Все допинг-контроли, которые приезжали на соревнования. То есть много причин, я был как первый, кто шел туда. То есть много риск было причин, да? Да. Почему не? И поэтому понимаете, что рисковать. То есть я и так набрал результат. И рисковать тем, что я могу просто пролететь и быть дисквалифицированным и замараться, и делать это осознанно, ну просто никакого не было смысла. Ну, очень достойная позиция. Я могу сказать, что когда ты уже набрал результат, дальше удержать его намного проще. Если у меня получилось набрать дисфармакологию, то какой смысл был ее начинать внедрять? Бицепс бедра, это, конечно же, и спина, и бицепс бедра всегда одно целое, потому что бицепс бедра – это продолжение вертикальности нашего тела. Итак, первое и самое, наверное, важное упражнение, которое мы можем сделать, это мертвая тяга, но с прямыми ногами, как ее называют, румынская. То есть мы держим ноги максимально прямыми и выпрямляемся. То есть вкручиваемся в тазу и выпрямляемся. В нижней точке вы почувствуете такое прям небольшое, так как жжение, растяжение в бицепсах бедра, и это очень хорошо. Раз. Мы можем делать простую становую тягу. То есть раз, наклонились, встали. Наклонились. И третий вариант — это становая тяга, я ее называю одной рукой с закручиванием. Наша задача не просто наклониться и встать. А наша задача еще в нижней точке чуть скрутиться. Вот таким образом. То есть рука отведена назад. И когда мы вытягиваем, мы раскручиваемся и заворачиваемся в другую сторону. Ага. Раз. Два. Помните, вес для этого упражнения большой брать не нужно. Вес должен быть маленьким. Выполнять медленно. Вот, и я знаю, что тебе нравится безумно много повторных жимов. Да, да, да. И вот сейчас мы проверим, сколько Стас сможет выжать. 24 килограмма. Вот выбирай сам. 30 секунд или минута. А, на время? Конечно. Жим или толчок? Жим. Опа. Просто жим, без ног. То есть мы сейчас не будем использовать ноги, будем использовать только руку, корпус. А какие-то есть цифры, которые люди делают, чтобы мне было понимание? Ну, тебя убираем. Ну, за минуту люди способны 30-35 раз с груди выжимать. Одну? Да, это достаточно просто. За 30 секунд сколько у меня? Ну, где-то 30 секунд, это около 15-20 раз. Это очень неплохой результат. Я попробую. Я попробую. Думаю, что у нас все получится. Погнали. Ну, давайте попробуем. 4, 3, 2, 1. Старт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, два, 23, 3 секунды, 4, 25. Ну, мне кажется, больше подготовки было, нет? Друзья, хочу поблагодарить Ивана. Я уверен, что вы тоже с удовольствием смотрели это видео. Спасибо большое. Вань, спасибо тебе. Хорошего проведения семинара двухдневного. Побед, если ты еще планируешь выступать. Здоровья тебе, твоим родным и близким. И до встречи. Рад был увидеться. Спасибо, ребята, что посмотрели видео. Всем пока. Тренируйтесь. Удачи. Друзья, а я хочу поблагодарить вас за то, что вы присутствовали, за то, что вы посмотрели это видео. Я рекомендую вам подписаться на канал Ивана Денисова. Все тем, кому тема гирь оказалась интересной, или вы уже занимаетесь, но не знаете, где найти проводника. То есть, ну, прямо вот лучшего из лучших. Поэтому ссылка на канал Ивана Денисова вы увидите в описании к этому видео. Я буду рад, если вы прокомментировать это видео. Абсолютно без разницы как, обязательно оставлять свои комментарии. Это будет интересно не только мне, но и всем тем, кто посмотрел или будет смотреть это видео. Спасибо, до встречи. С вами был Станислав Линдовер. Вы были на моем канале. Пока-пока, удачи!